Итак, мы говорим о том, что есть три типа успеха. Сейчас мы будем тренироваться по третьему типу. Это самый сложный вид успеха. Он связан с чем? С самыми трудными видами неудачи. У человека есть три типа неудачи. Первый тип – это отсутствие здоровья или сил, дает природа. Второй тип неудачи – это социальная слабость или нелюбовь к людям. И второй тип неудачи – это когда у человека ничего не клеится. Крокодил не ловится, не растет кокос, плачет, Богу молится, не жалея слез. А надо Богу молиться не так. Сейчас, ну, чтобы крокодил ловился, нужно, ну, чтобы преодолевать трудности, побеждать судьбу, для этого нужно иметь знание о том, как она преодолевается. Судьба побеждается с помощью соединения двух сил в человеке. Первая сила – это аскеза, о которой я вам уже рассказал. Аскеза отодвигает, выдавливает судьбу. Вот, допустим, судьба затуманивает мозги, а ты постишься, и у тебя нет тумана в мозгах, ты понимаешь, что тебе делать. Судьба тебе раздражительность дает, а ты не двигаешься и становишься спокойным. И судьба тебя отшибает волю, ты такой: «А, я ничего не смогу сделать, все плохо». А ты начинаешь бежать и побеждаешь судьбу. Вот. Есть еще одна сила, которая побеждает судьбу, называется милость. Вот когда человек чувствует, что он не может сам ничего сделать, муж все равно уходит, хоть бегаю, хоть прыгаю, все равно уходит, гад. В этом случае нужна милость. То есть вы в прошлой жизни набедокурили, бросили своего близкого человека, и в этой жизни отвечаете за это. Нужна милость Бога для того, чтобы он, несмотря на то, что вы бросили, чтобы он вам простил. Для этого существует правило. Человек должен знать, как работает судьба. Судьба находится в сердце, действует через память. Вот, допустим, пришла плохая судьба. Что произошло с тобой? Ты думаешь о себе. Постоянно думаешь, не можешь отвлечься. Уже не хочешь думать, а надо. Как поется в песне? «Как жажду средь мрачных равнин». То есть равнины мрачные стали. Почему? Потому что ты думаешь только о себе. «Измену забыть и любовь, но память, мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Ямщик, не гони лошадей. Мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей».